Денис Мацуев отметил, что основная цель фестиваля – собрать со всего мира известных молодых музыкантов и продемонстрировать высочайший творческий потенциал современной музыкальной культуры, а еще привлечь внимание к творчеству молодых талантливых исполнителей. Так, в этом году на сцену выйдут сразу 3 юных дарования. Это победители самых престижных детских конкурсов. Ну а для Сочи музыкальный фестиваль – это большой и очень ожидаемый праздник. Каждый фестиваль не похож на предыдущий, и каждый фестиваль все ярче, и город Сочи, администрация, мы очень благодарим, что фестиваль на нашей земле, Крещендо, вновь открывает свои гостеприимные двери для всех любителей классической и джазовой музыки. Мы очень любим Сочи, очень любим июльский Сочи, мы любим зимний театр, мы любим сочинскую публику. Действительно, она стала родная для нас, каждый год уже на нашей гастрольной карте. Это уже закон «Крещендо в Сочи». Фестиваль «Крещендо» будет проходить в Сочи сегодня и завтра. В программе концерты Мендельсона, Прокофьева, а также джазовое шоу.